Наш избиратель, он сидит вечером и говорит, да что там все эти депутаты, они чисто козлы. Министры придурки, президент никакой, да что они. И вот тут я хотел спросить у избирателя, допустим, на одну секундочку, что это так. Тогда у меня вопрос к уважаемому избирателю. А кто у вас нассал в лифте? А кто бросил окурки в песочницу? А кто сжег кнопки? А кто почтовые ящики? Подождите, если ваш сосед плюется сверху, извините, на вас, вы будете кричать «Порошенко! Тут Петр Иванович по беспределу!» А кто этим будет заниматься? Простите, этим заняты не политики. И вот здесь нужно понимать, что избиратель точно так же отвечает за тех, кто у нас выбран в Верховную Раду. Не марсиане выбрали этих людей.